Но привет, это МС Кисуля. Поскольку я сейчас нахожусь за городом, не могу добраться до студии, поэтому ловите дис на инстасамку в лайв-формате. Если понравилось, оставляй комментарий, стоит ли записывать песню и снимать клип в крутом качестве. Погнали, я. МС Кисуля. Дис на инстасамку. Два. Я. Чик-чик. Ты всего лишь персонал, сцена — это твоя работа. Развлекай залы, чтобы тебе заплатил хоть кто-то. Ты всего лишь персонал, сцена — это твоя работа. Развлекай залы, чтобы тебе заплатил хоть кто-то. Как же бесит пафосные бабы, у которых бабла полные карманы. Талантов таких нет ни капли, приходится выдумывать спектакли, чтобы снова словить мимолетный хайп. Внимание толпы — самый дикий кайф. Кто ты такая, чтоб себя вести так? Вся твоя карьера — скандал, это факт. Ты, увы, не на коне, ты давно под ним. Когда же все поймут, что пусто внутри? Твои поступки тебя же погубят. Когда выйдешь на сцену, поймаешь окурки. Ты всего лишь персонал, сцена — это твоя работа. Развлекай залы, чтобы тебе заплатил хоть кто-то. Ты всего лишь персонал, сцена — это твоя работа. Развлекай залы, чтобы тебе заплатил хоть кто-то. Это не я, это они все виноваты. Они ведь мои слуги, я плачу зарплаты. Я не хочу терпила быть, меня поймите. Я самая крутая, просто посмотрите. Мне не нужен в Яндексе особый статус. Я хочу, чтобы студентам приносили радость. За что вы хотите меня? Я такая, как вы. Только вы нищие, мои гонорары к нули. Инстасамка, не дави на жалость. В голове свалка, это все, что осталось. Не забывай, это люди тебе деньги платят. А ты ведешь себя, как офница в неадеквате. Ты всего лишь персонал, цена — это твоя работа. Развлекай залы, чтобы тебе заплатил хоть кто-то. Ты всего лишь персонал, цена — это твоя работа. Развлекай залы, чтобы тебе заплатил хоть кто-то.